Хейл, гейс, с вами Шимики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Аптеон. Ну, первое впечатление об игре, ну даже я еще не играл вообще. Не знаю, почему он пишет продолжить. Я только скачал. Купил. Не скачал, купил. У нас здесь, как я понимаю, греческая, что мифология, наверное. Ну, это греческий. Патефион — это с греческого ничего. Потом, ну, типа, оно вообще не переводится, может, это, типа, герой. Ну, первое, как вы видите, идет картиночка, и я могу как фонариком светить. Давайте, ладно, компания. Давайте быстренько настроечки лучше подождите. процентов. Включить субтитры. Расширенные. Тени, да, нормально. Применить. Вот так, я думаю, будет получше, и музыка не будет орать. Я сделал себе еще тише на... Получается, на 6,5 дБ. Ну, 0,5, 0,6. Ладно, компания. Новая игра. Новый слот. Использовать слот 1. Возможно, я играл. Боги отвернулись от вас. Не видать нам больше милости. Море приносит лишь воду. В лесах царит лишь ветер. В земле одна лишь пыль. И даже полуденное небо несет лишь сумерки. Лишився из пастухов, овцы станут жертвами волков. Не имея даров Олимпа, вы окутаны тьмой. To the darkness. To the darkness. А потом... Ну, я как раз вот это и возьму отсюда скринчик. Название вырежу, вставлю. Ну, игра немного по графике довольно такая... Ну, вы сами увидите. Блин, я не знаю, вот на самом деле такие игры, именно RPG, платформеры, как Metroidvania, мне кажется, нужно играть, так сказать, на... Ну, снимать с помощью не OBS, а бандикама. Ну, с бандиканом там просто рассинхрон звука, понимаете? О! Смотрите, я не могу дальше, поняли? Здесь определенный радиус. Хорошо, когда у меня... Это что такое? Ладненько. Как взаимодействовать? Ага. Колесико мышки переключать. У вас нету нектара здоровья. Так, подождите, а здесь есть карта мира? Врата Олимпа. Артемида. Так, ладно, инвентарь. Ваши голые кулаки. 5 урона. У нас есть здесь ближний бой. Я могу переключаться на правую левую руку. Или это чисто инвентарь, а это то, что я имею при себе. Оружие дальнего боя, взрывы опасные, хилки, деньги. Я играю за воина. Тут есть классы. Скорее всего, драгоценности, деньги, то, что используется, доспехи и навыки. Ладно, карта мира. Давайте вообще я посмотрю, где я нахожусь, карта уровня. Амбар.
Деревня Дион. Карта мира. Деревня Дион у нас находится. А я тут вообще нету. Царство Аида. Агора. Ну давайте, ладно. А, вот врата Олимпа, да? Мы же в вратах Олимпа. Ладненько, давай, потом давайте разберемся. Я хочу. В настройки я хотел зайти, посмотреть управление. Настройки управления. Основные. Передвижение, инвентарь, создание. Карта мира. Карта уровня. Быстрое сохранение, быстрое. Карта тап. Окей. Продвижение. Перекат контур. Левый контур. А можно на другое что-то? Хотя бы на shift. Попробуем на shift, если что, потом поменяем. Инвентарь. Использовать нектара, колесико, оружие, убрать щит. Окей. Ну слушай. Ну это ж. На перекат не похоже, мне кажется, да? 6 минут мы просто изучаем обучение. Подождите, N. Подожди, я типа изучил благодаря тому, что посмотрел наверх. Вон там воюют. Ну, ополчение. Да, я освещаю почему-то локации. А со мной типа никто не должен разговаривать, тут кнопки разговора нету. Очнись, парень. Я думал, типа. Тут переката нету. Псифос. А, удерживать. Тут все нужно удерживать. Чё-то я нихера не понял. А, это атака. Тут есть быстро. А тут контролировать нельзя. Я понял. Ну, ящики, походу, я только ломать могу. Никандр, ты еще среди живых. Сквозь мун наши дозорные даже не увидят их кораблей. Проклятые мародеры разберут у нас все. Они хватают пленных, грабят дома и сжигают все, что они могут тащить с собой. Повсюду нужен твой меч. Новое задание. Это. А. Я понял. Ну, знаете, так нечаянно колесико дернул и все. Это меч. Но я лучше, думаю, мечом пользоваться. Охотники Ойрена не видят уже много часов. Проверь, живы ли они. Так, ну, скажу вам так. Не очень удобная карта. Найти аптекаря. Ну, пошли, ладно. Squeal, Piggy, squeal.
У вас нет нектара, нажмите, чтобы создать еще. Как уворачиваться? Алло, там был у ворот вообще-то на shift. Карта мира, создание. Давайте тогда это поставлю на ПТРЛ. Я думаю, что за бред? И в смысле? Я же на КТРЛ поставил. Бля, ребята, сорян, конечно, но нужно немножко... Ну, left contour. Перекат, ну... А почему оно наоборот поставилось? Зайди в академию, старик, должен не... Почему у меня контур это перекат? Подожди, что за бред? Ну типа вообще-то это нихера неудобно на самом деле, алло. Настройка управления. Навное. Shift. Короче, я понял. Оно... Ой. Проверь порядки или кузнец. Карта немного неудобная. Ну, я могу... Я могу залазить и прыгать зато. Одновременно. Некоторые развлечения. Дайте мне разобраться с кнопками! А, тут так идет даже сохранение. Ну ладно. Инвентария. Настройки. Сложность. Чемпион. Воин. Ничего. Либо воин, либо чемпион. Полученный урон превышает ваши атаки. Враги наносят на 50 больше урона. Враги имеют на 15 больше здоровья. Скорость атаки врагов... Я понял. Передвижение. Давайте сделаем по-другому. На R. Перекат Shift. А им все равно. Ладно. Ну и мне тогда все равно. А, если хп больше восстанавливает, то оно... Я понял. Факел. Ну, немножечко... Конечно, немного непонятно, как вообще тут все это работает. В плане передвижения. Но он начинает бежать, если долго держать одну кнопку.
Интересно, тут есть секретные стены или типа того? О, что-то тут есть. Ну, светилось, по крайней мере. А, за стаминой надо смотреть, точно. Я вот тут начинаю атаковать. Ксифос. Типа я только могу одно оружие с собой, да, иметь? Короче, либо кинжал. Но я думаю, лучше с копьем ходить. Копье, оно хотя бы подальше атакует. Да, перекаты это что-то с чем-то. Что меня хилит? Понимаете, какие-то слабые атаки он делает сильными. Все, это не Бекса, не карта. Я потушил все лампочки и спрятал здесь, чтобы они не смогли меня найти. Со мной все в порядке, а вот ты выглядишь ужасно. Подойди ближе, мальчик мой. Вот. Ну, дай-ка я покажу тебе, как приготовить лечебный бальзам для твоих ран. А, нектар лечения, рецепт после магического очищения. Это молочная жидкость, ослабляет боли и исцеляет серьезные раны. Восстанавливает 50 здоровья. Греческий огонь, рецепт. Это простая, но взрывная огненная бомба. Оказывает цепную огненную... Так. Цепким огнем любого, кому не повезло оказаться вблизи. И... Я не хотел. Сэм. А, ну тут хотя бы, видите, рисует, что мне нужно для того, чтобы сделать это. Это количество хилок у нас. Так, отображается. Так, главное F не нажать. Ну вот, какой черт он атака атакует? То есть, понимаете, мне с какой-то стороны не... Не очень понятно, как он будет атаковать. Мне нужно, чтобы он в основном бил ровно. Мне кажется, на геймпаде было бы полегче. Там как будто что-то есть. Там закрыто. Так, все, да, я понимаю. Сколько я могу хотя бы хилок делать? Переключение между локациями тоже довольно странно выглядит. А, тут ничего нету. Вниз не спрыгнуть. А враги заново восстанавливаются? Нет. Не знаю, непонятно. Пока что. Давайте дубинку пока что возьмем. This one's
А, так они могут метать их. Фермерская вилла. Подожди, тут есть качество оружия? Манать. А мне до этого ничего не говорили. Я могу так, в принципе, переключаться. Если захочу. Что вот это? Подожди. Дору. Минус... А, 25 урона. 5 максимум. Многоцельное солдатское копье одинаково подходит для ударов и бросков. Его можно бросать. Сифос. Надежное запасное оружие любого воина. И это короткий меч всегда должен быть под рукой. Мощь... Так. Сагарисса. Мощный и тяжелый топор, способный разрубить человеческое... напополам. 35. Ферменские виллы, созданы для разбрасывания сена. Этот садовый инвентарь — отличное оружие ополчения. Деревянная дубинка. Простая дубинка, сделанная из здоровой ветки. Наносит 50 урона щитам. Значит, лучше оставлю. Нож. Простой, но острый клинок. Легко скрывает для быстрого и грязных боев. Давайте, я думаю, тогда копье доломаем. Потом я буду с виллами. Дубинка нужно оставить для щитов и топор для боссов. А, типа, я качество обменял на качество. Понимаю. Ладно, кузнец. Я вот это... Переходы немного не пойму. Что лучше ломать, а что... Щит. Это, как понимаю, снизу прочность щита. Как обычно, очередная ловушка. Это просто взрывоопасно. Ах ты, зараза. Да, щит. Щит ломается все-таки. Щит все-таки ломается. Да. Вот как оказывается оно работает. У каждого предмета есть своя прочность. Это оружейный склад. Я правильно понимаю? Да, я правильно понимаю. Ха, я не разучился разбивать голову, как в старые добрые времена. Почему ты стоишь тут полуголым? Твой толстый череп хорошо в качестве шлема? Кажется, мне доставка были доспеха, которые тебе подойдут. Принесешь мне копилку, хочу убедить, что ты в состоянии покрыть расходы. Он типа магазина. Я правильно понял? Вот. Пример. Прикрой свой срам. Окей. Мне дали 100 монет. Улучшен дат... Так, наручи. Защита уровня 1. Цена 5. Окей. Может, тебе нужно помочь? А, стой, там открыто. Ни хрена мне брони накинули. Я типа один что-то меню на другой. Так они стакаются. У меня три щ... Давайте копье. А ну-ка, подожди. Инвентарь.
Дорум. Ну, это да, обычное копье, как у нас и было. Молоко черного корня. Пузырь... Так, пузырь магического вещества, собранный из мифического черного короля. Корни. Основные ингредиенты больше электричества. Жирное масло. Фляга насыщена и взрывоопасное масло. Часто используется в религиозных ритуалах и алхимических рецептах. Ясенец крита. Небольшая скромная трава, лечебные свойства, которые широко используются в лекарственных и преобразующих зельях. 10 их максимум только будет. Кожаная броня, кожаная броня. Ладно. Так, подожди, мне нужно фермерские виллы. Вот видите, он типа разбегается и бежит. Ну, тут что-то вот есть тоже. А, это проход. Ладно, странно, на самом деле карта работает. Зачем она вот так открывается, если я все равно ее не вижу? Нормально не вижу. Боги, помогите нам! Что ты хочешь? Ну, вы видите, он типа летит довольно быстро. О. Я не понимаю, что стоит ломать, а что нет. Потому что по мне, что то плохо работает, что это. А, он сам разбегается, когда мы долго бежим вперед. Это хорошо. Окей. Почему я вот эти виллы не могу взять или эти? А, прочность вон показывается. Все по... Давайте пока копье, пока у нас их много. У нас копьей... копьев много. Вот что это за бред? Ну, ломается очень быстро. Странно работает, ладно. Так, зачем я сюда иду? Давайте сначала всех найду и потом освободим. Оружие очень быстро ломается. Ладно, меч. Меч в бой. Ну, в голову, если попадаешь, оно ваншотит. И это в каком-то смысле плюс. А чё я эту дубинку тогда выкинул? Типа я нашел секретку. Я типа только за углы дам. А, нет, он может хвататься и за обычные такие уступы. Ладно. Так, меч скоро у меня сломается. А если я просто атакую, он ломается? Нет.
Войти в дом. Наверху что-то есть, проход там закрыто только. Короче, в вазах что-то есть. Только в вазах. А, вон оно что. Понимаю. Понимаю. Я вчера охотился. Не видел ни одного оленя. Шпиона. Охотился сегодня утром, не видел ни одного кролика. Даже птицы не поют. Утром всегда раздавалось пение птиц. Пи-пи-чик-чирик. Зато крыс полно. Людям нравится красивое мясо, верно? Я слышал тех бандитов наверху. Не волнуйся. Я надежно спрячу крысиное мясо. Не волнуйся. И вино я тоже надежно спрячу. Артемидос, здорово зла на нас. Все в порядке? Эти малышки никуда не денутся. Я буду здесь еще немного. Раньше я был хорош, в смысле, с луком. Мои бедные охочи угодья, пустые, как и так кувшин вина. А, все, дальше повторяется. Так, подожди, я правильно понял, что... Окей. Значит, я правильно все понял. Вот меткость, конечно, здесь. Я могу любое оружие швырять. А-а-а. Да ладно. Короче. Странно, почему теперь копье ровно летит? А, видите, тут радиус у каждого копья. Окей. Там что-то лежало, но я не взял. Уйдите в сраку со своими дубинками. В какой-то степени здесь довольно большая локация, которую можно изучить. Очень большая, на самом деле. Карта довольно, ну, нестабильно работает. Защитить амбар, освободить узников. И наверху еще что-то... Есть тоже. Так, масло. Ну, типа, просто... Почему он просто запасной не берет? Как копья. Ну, мне, типа, с ними не обязательно драться, как я понимаю. Помоги! Они забрали... Забирай зерно! Боги, остановите их! У нас не хватает даже на этот сезон.
Так, давайте сразу по карте смотреть. Карту, если бы карта хотя бы немного была потемнее. Так, давайте тогда вниз сейчас спустимся. А-а-а. Паркур мастер. Давайте, ладно, сюда разбегаемся и побежали. А, видите, тут нельзя так. Вот откуда он знает, что я здесь? Ну я ж типа не показывался. Ладно. А, подожди, у меня ж меч более новенький. Давайте копьёшко. Бац. Ну да, я понимаю, что ящики самое полезное, что можно ломать здесь. Нажать вниз, значит спрыгнуть. Ладно, сделаем таким образом. Сейчас я быстренько залазю, убиваюсь. Так, у меня походу что-то уже максималка. Лечение, но зачем мне лечение? Хотя мне до хера лечение. То есть по-любому, чтобы зацепиться, мне нужно... Да. Тихо. Отлично. Все равно пассивы уничтожу. Ведь здесь может быть что-то и ценное. А, ладно. Тут ничего. Ну все, по идее, я теперь должен освободить узников. Замечу, что с них здоровье только падает. Броня упала. If you struggle, I'll only stick you harder. Over here. Кайф. Ах ты зараза. Так, мне сейчас выгони меч использовать. Как бы то ни было, меч лучше. Какая-то локация большая. Хотя, зачем я использую оружие для ломания обычных ящиков? Отмычки? Подожди, но отмычки могут уже и мне помочь. Набор для ремонта.
Фу. У меня же есть отмычка, алло. Почему я за счет отмычки не могу это сделать? Ну типа и здесь я могу взломать. Еще один. Спорь, ты хорош на арене. Так, подожди. Тифос берем. Ладно, освобожу заложников. Можно как-то еще ускорить свое хождение? Окей. Сагарис. И хилки у меня все. Вот Сагарис довольно хороший, я смотрю, типа 35 урона. Давайте хотя бы выполним задание. Ты за мной! Их лидер пришел в наступление. Собираемся у храма. Окей. А, я не вижу просто смысла с ними драться из-за того, что я все равно за их убийство ничего не получаю. А, подожди, я могу сейчас... А мне по-любому туда идти надо. Смотри, мы сейчас сюда вернемся, и я открою сундук. И наверх можно забраться, там тоже, скорее всего, есть... Ауч. Нифига ты серпы метаешь. Главное под горящую руку не попасть. Ах ты зараза. Пошел отсюда. Я, кажется, тебе и так помог, нет? Ну, нафиг мне там топоры метательные уже. Почему они это делают, я не знаю, у них спроси. Так, улучшенная кожаная туника. Хорошо. Подожди, что по броне, как она вообще тут работает? У нее есть прочность или она тоже бесконечная? Это вот интересно. А, там просто крыша. Ладно. Ауч. Да, карту нужно будет все равно осматривать, все. Вперед, в храм! Так, я щит использовал, нет? На лестницах лучше прыгать. Победить тирана. Горящая смесь.
создал. Щиты как-то меняются часто. Щит Гоплон. Это крепкий деревянный щит, имеет достаточную защиту как от твердого удара, так и снарядов. От вражеских снарядов ударов. А, так это союзник. Я думаю, что за херня? Вот копье, почему подобрать? А, это метательное копье. У меня щита почти нету. Ну, задержка такая себе при использовании. Ну, типа, не очень большая. Понимаете? Вот такая атака, которую он, типа, вниз. Ну, типа, замахивается еще. Вот такое. Такое, ну такое. Как они меня атаковали? Я хоть правильно иду? Да, стрельба здесь странная. Типа я отсюда не могу туда забраться. Могу. А в той стороне тогда что? Зачем так сложно делать? Но я и так вижу, что здесь. Блин, жалко, что быстрое переключение нету между оружием. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. У факела хоть... Блин, я забываю про это. Выносливость. То, что у меня выносливость вообще есть в игре. Перекат не требует выносливости, это хорошо. Рано у меня разветвление. Клык гидры найдено. Это стрел, имеющий наконечник из кости гидры. Разделяет при выстреле на 3. Золотую рун... Так, заратаную славят ты... Славлю я Геру, рожденную Рей, вечно живущую царицу с лицом красоты необычной, гремящей. Щева Зевса, радую сестру и супругу славную. Все на велю Олимпе, граждане боги, благодарим ее направление, почитаем с кранидом.
Гомеров, гимн 12. Я понимаю, что мне туда идти надо. Так. Вот снова же. А чё с факелом бегаю, блядь? О, они мне проход хотят открыть? Нет, странно. Но если просто возьму, там будет броня. Улучшить до шлема. Она мне брони дает. Короче, мне нужно с другой стороны теперь входить. Хочу быстро передвигаться. Да елки-палки. Иди сюда. Мне ж придется считать каждый раз, да? Про щит. Щит Аспис. Неотъемлемый оплот воина, это тяжелый укрепленный бронзовый щит, обеспечивает непробиваемую защиту. Ага. Ха. Нифига с них можно автобус делать. Они меня могут просто куда-то закидывать за счет себя. Прикольно. Так, у меня 5 этих копий. А, ну копии они очень быстро ломают, слушайте. Типа у каждого свои плюсы и минусы. А мне сюда уже не попасть. Ой. Туда и наверх. Так, мне нужно сюда наверх. О, могу взять меч. Храни нас, боги! Они запетли двери за собой, но у меня есть запасной ключ. Возьми его, возьми! Камни. Окей. А могу я ключ просто с собой ставить? Или тут каждый ключ за что-то отвечает? Как вариант. Ну ладно. Я тебя понял, приятель. Кешки. Еще что-то подобрал. Здесь закрыто, тут ничего нету. Много хилок. А, это плюс здоровье.
Ой, стой, 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 назад, 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 назад. Я там еще кое-что потерял. А. А что там столько... Подожди, там столько проходов еще? Вот проход. Я что-то был. Тут я был. А что они не освещены? Ну да, они просто не освещены. А я могу между щитами переключаться? Щит Аспис. Щит Аспис. Неотъемлемый оплот воина. Это тяжелый укрепленный бронзовый щит, обеспечивает непробиваемую защиту. Тиран Афион. Брось дороги, деревенщина. Боги оставили тебя. Покори судьбе и оставь этот мир тем, кто сильней. Ох, он попал по мне все-таки. Да надоело убегать. Все. Задание выполнено. Блин, так бы я его вообще без урона убил, на самом деле. Да, топор имба. Гера. Итак, чемпион родился. В умирающей сердце еще теплится уголек жизни. Поднимись, мой избранный. Поднимись, Никандр. Ты стоишь перед Герой, прекрасной из богинь, божественной королевы Олимпа. По тени горы человечество сделало свой последний вздох. Боги покинули вас. Зевс, царь богов и людей, мой муж, отвернулся от твоего рода. Он нарушил священный договор между богами и смертными. Он предал тебя. Понимаешь, мы похожие, ты и я. Жена и сын, раненый мужем и отцом. Неверный в семейном союзе, он нарушил клятву низшими созданиями. Безответственный патриарх, он отвергал своих смертных созданий, словно благодаря дитя выброшенному игрушке. Закон Зевса непререкаем, олимпийцы вынуждены подчиняться. Без семян Деметры наши урожаи гибнут. Без благодати Артемиды ваши леса пустуют. Без присмотра Аполлона ваш разум блуждает во тьме. Но меня, королеву, запугать непросто. Подойди к алтарю, Никандр. Так, в принципе, F5. Я забываю, что тут сохранить нужно вручную. Давайте тогда, думаю, мы с вами на этом остановимся, а в портал зайдем в следующей серии, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!